Всем привет, друзья! С вами Ник37К. И сегодня будет рубрика «Ответы на вопросы». Да, я в своем телеграм-канале просил вас написать вопросы, и сегодня я на них отвечу. Погнали! Первый вопрос. Дашь несколько советов для начинающих ютуберов по чикенгану? Хорошо. Для начала я вам советую подтвердить свой аккаунт. Это для тех, у кого нету превью. Превью – это уже плюс, и ваш канал таким образом будет развиваться. Также помимо превью, как только вы подтвердите свой аккаунт, у вас появится и монетизация. Но так как в России ее нету, то, к сожалению, ее не будет. Но если, конечно, у вас нету родственников в других странах. Также я советую вам монтировать либо через KineMaster, либо монтировать через CapCut. Лично я иногда монтирую через эти два приложения. Еще я советую снимать через встроенную запись экрана на телефоне. Ну а также научиться делать хорошие превью и шапку с аватаркой. Но вы также можете попросить шапку у других ютуберов, чтобы они вам ее сделали. Например, мне шапку сделал один очень хороший человек. Ну а теперь переходим к следующему вопросу. Как попасть к тебе в команду? Чтобы попасть ко мне в команду, нужно первое – 2000 подписчиков, второе – хороший контент, но не как у кликбейтеров, и третье – это монтаж, превью и оформление. Вот это все самое главное, чтобы попасть в Endim. Поэтому переходим к следующему вопросу. Как ты придумал название для своего канала? Для своего канала я придумал название так. В реальности меня, как вы знаете, зовут Никита. И ник Никита, это сокращенно. Точно так же, как у Дэна, Дэн Денис. Поэтому я просто взял свое имя и сокращенно назвал канал. То есть ник Никита. А именно не Никита37К, а Ник37К. То есть сокращенно, как Дэн. Интересуешься ли ты игрой Gory Box? Или хотя бы слышал про эту игру? Я про нее где-то слышал, но в нее никогда не играл. Но надо попробовать. Когда обнова в приватке? Но я пока не знаю, мы в принципе недавно и так уже выпускали обнову. Но когда получится, тогда и будет. Но обнова все-таки будет, ребята. Так что не переживайте, что я забросил приватку. Какая твоя любимая карта в чикенгане? Моя любимая карта в чикенгане — это Big Farm. Да, она еще не вышла, но она мне нравится больше, чем другие карты. Поэтому переходим дальше. С какого года ты играешь в чикенган? Я играю в чикенган с 2020 года. А снимать я его начал в 2021 году, спустя год. Будут ли пасхалки в привате? Вообще, мы добавляли туда пасхалку, но, к сожалению, по какой-то причине она крашнулась. Будет ли сериал на Новый год? Да, будет, но, скажу вам по секрету, помимо сериала на Новый год, я планирую еще кое-что этой зимой. Будет ли Endim развиваться? Да, обязательно. Ты знаешь Влад95К? Нет, я его не знаю, но вроде бы что-то о нем слышал. Ты выгнал Лима перед соревнованиями по Endim'у или совпадение? Кто не знает, когда-то в Endim'е состояла ютуберша Lima35K, но позже мне пришлось ее выгнать, так как она не помогала нам с роликами. А в то время почти вся команда нам помогала. А соревнования по Endim'у начались недавно, и Лима уже не было в команде на тот момент. Хорошо ли ты играешь в шедевры стендов? Ну вообще в стендов 2 я сейчас не играю, но когда я в него играл, я играл достаточно хорошо. Я всех там в принципе тащил. Какие планы на будущее? Ну, на планы на будущее я скажу так. Я планирую новые сериальчики, да. Хочешь, чтобы Art23K вернулся? Ну, честно говоря, да. Да, я хочу, да, я знаю этого ютубера, и я, в принципе, хочу, чтобы он вернулся. В общем-то, вот такое вот было видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока, с вами был Ник37К, всем удачи, всем пока, ставьте лайк и подписывайтесь.